Игорь Барабаш. Синаковски-то нету. И вот косит на кабане траву. Только что выехал сам. Я его догонял. И велосипед свой бросил. Сегодня у нас 19 число. Наша буря прошла, свалила, видимо, тополь. Вот он, Игорь, поворачивает. Обкашивает. Когда он спит, непонятно. Да еще протравливает урожаи там. То гречку, то пшеницу. Вообще удивительно. Хорошо жить в деревне, все свое. Благослови, Господи, Игорь. Сейчас на нас нападки в интернете. Нападки. Ну, много отзывов хороших. Самые гнусные — это те, которые пришли откуда-то из баптистов или кто в православии, связанные с миссионерским отделом, лютуют. Это что-то невероятное бешенство. И какими словами только не называют. По всей вероятности, вот я смотрю на них, вот Исидор Пелосиот говорит, предвзятость не дает здравого мышления, а злоба вообще отнимает разум. Создается впечатление, что это хулители Духа Святого. Свирепость просто невероятная. Ну, плохо, даже осел врага твоего упал. Писание говорит, ты тогда его развьюсь, подними. Они ничего не понимают. При таком невозрожденном состоянии, и они берутся за слова, которыми обманывают людей, миссионерские отделы, это ужас один. Вот считаешь, вот сегодня только, которые пришли там, мы нечеловеческие. Даже, кажется, сатана этих слов не придумает сказать. Хулят все. А спроси сам, еще делают, а ничего не делают. У него детский лагерь был? Нет. Ну, 45-й год. Сколько похвальных разных грамот, от чьи дети только тут были. Я могу смело сказать, такого лагеря больше нет нигде. Чтобы так учили людей в серьезной жизни. Мы посчитали 18 параметров, которые вообще отсутствуют в других лагерях. А сейчас везде закрывают. Я подумал, ну и правильно, что они учат дурному военному делу и прочее где-то. Детей надо отдавать знакомым, близким, чтобы они здесь объединялись сами вместе. Никакого лагеря не нужно. Отошел.